с победой, наверное, сегодня довольны и результатом, и игрой? И результатом, да, доволен, и игрой. Вот два пропущенных гола – это те нюансы, которые они вообще не обязательны, и на них надо реагировать. Мы на них среагируем в тренировочном процессе, потому что мы договаривались, их не должно было быть. Но ребята молодцы, они с первой минуты держали ход игры, игру под контролем, они прессинговали и создавали моменты, голевые моменты. Молодцы, я считаю, мы заслуженно победили. Вот, и хотелось бы эту победу посвятить болельщикам, потому что их сегодня не было, но мы чувствовали, что они с нами. И жалко, что, конечно, для них был бы это праздник. Но я думаю, что мы знаем и мы чувствуем, что наши болельщики с нами, они все равно переживают. Мы для них делаем эту победу.